Хей, йога, с вами Шимки. Мы продолжаем пройти руку под названием 3000-ная дуэль, либо 3000 дуэлей. Окей, мы убили босса какого-то всадника. Давайте немного я снаряжение, заклинание. И поставим способности. Так, у нас одно лиловое описание, и у нас есть проход вот сюда вот вниз. Полетели. Пещера синих камней. Кажется, тут нету секретов. Снова, я могу ошибаться, но кажется, их нету. Так, у этих... А, они катаются. Так, приятели, а чё вы такие сильные? Нет, кажется, другая игра, где я фармился. Я не помню вообще про секретки, были они тут, нет. Но то, что я типа последнее сохранение 20-м в этот, кажется, я эту игру уже открывал. Потом я ее удалил. Так, зелье силы. Инвентарь. Зелье силы. Зелье создано с помощью запретной алхимии. Если его выпить, мгновенно восстанавливает небольшое количество здоровья. Лоб. Хлоп-хлоп. Так, изучен память о зараженном ударе. Вы можете сосредоточить свою энергию для проведения атаки, силы которой превышает обычную. Разные видам оружия соответствуют разные варианты заряженного удара. Например, для легких клинков заряженный удар представляет собой рубящий удар с разворотом. Это, кажется, торговец. Ого. Статуя реагирует. Давно такого не было. Спросить, кто он. Спросить об утраченных воспоминаниях. Спросить об этом месте. Кто я такой? Именно здесь. Ничего не значит. Можно сказать, что я... первопроходец. Если хочешь, можешь называть меня так. Это пещера, в котором полно синего камня. Я прихожу сюда за материалом для занятия алхимией. Я живу в башне незапамятных времен. Я продаю вещи, которые пригодятся путешественникам вроде тебя. Если будет в нашем крае, загляни ко мне в гости. Возможно, у тебя отыщется то, что мне нужно. Или то, что тебе нужно. А, так ты лишился памяти. Ты не первый, кого постигла эта участь. Не трать силы, пытаясь вернуть утраченную память. Не мучай себя понапрасну. Для решения некоторых проблем нужно время. Так, ну я, в принципе, сохранился. Ой! Майки, он там колдует в руках. Ишь ты.
А, блин, я мог же еще навыки себе вкачать, точно. Что-то я тупанул. Так, красные скелеты, я не помню, чем они опасны. То, что огонь пуляют. Ой-ой-ой. Да, тут заклинание медленно очень используется. Ну, 400 дамага. Нормально. Факт прерыва. Так, сейчас давайте до куда-то дойдем, и я это посмотрю делом. Ой-ой-ой-ой-ой! Не заметил. Вот это было опасно. Было опасненько. Ух, я угадал с цветом грибов, но не был слишком обеспечен. Это мне нужно эти цвета, да? А, там как-то хер еще и будет упасть на меня, должно вот это, да? Зеленый. Синий. Зеленый. Синий. Красный. Дверь не откроется? Какие-то коконы, значит, будет паук, скорее всего. Светящийся синий камень, дверь наглухо закрыта. Нужен какой-то ключ. Либо... В обратном порядке. Как вариант. Нет. Ну, в принципе, я оттуда мог допрыгнуть. Где я сундук упустил? Какая-то способность еще точно. Давайте, ладно, я посмотрю, что я получил.
Пакт прорыва. Заклинание, наделенное пронзающей силой. Посылает вперед темное благословение. Пронзащая врагов насквозь. Тоже трата один, да? Так. Давайте попробую, что ли. Ага. Ну, почти то же самое, но у той дальность более хорошая. Так, у меня где-то на 3 уровня есть. Рисковать. Найс. Сказал я, который сказал, не хочу рисковать, и упал. Золотое кольцо. Золотое кольцо. А тонкое кольцо из золота. Если его надеть, немного повышает защиту. А, так я могу сразу прокачивать. А-а-а. Так, позволяет проводить... Ага-га. Увеличит максимальный уровень знаков заклинаний. Сокращает время задержки, оснащенных легким клинкам. Уменьшает урон при столкновении с врагом. Сокращает время заряда относительно копья. Вы наносите удары врагам во время скольжения. Сокращает время зарядки относительно к широким мечам. Повышает шанс снизить защиту... Опа! Удачный заряженный удар повышает шанс снизить защиту врага. Легкие клинки. Удачный заряженный удар повышает защиту снизить... Так. Продлевает 10 неуязвимости после атаки врага. Мне кажется, вот это хорошо будет прокачать. Так, у меня больше этих нету. А, за этих вообще ни хера не дают. Опа, лиловое описание. Сейв поинт. Скелетики опасны. Так, а здесь, если не ошибаюсь, сокращение пути у нас, да? Нет, это выход в какую-то комнату. Стоит ли вниз пойти? Ладно, пойдемте пока что сюда. Так, а если бы я туда до конца доехал? Тут ничего. Золотой пояс получен. Из врага замечен. Так, золотой пояс. Позволяет так. Позолоченный пояс. Стильный на вид и приятный на ощупь пояс. И так, если его надеть, повышает шанс найти аксессуары.
Ну, блин, ну... Три защиты, но я думаю, это не так сильно, поэтому пускай лучше я буду находить вещи. Так, ну, боссу... Боссу тоже сейчас идти не вариант. Так, сколько вообще могу прокачать? 3 уровня. Ладно, оставлю. Хотя... Уменьшает урон при столкновении с врагом. Тоже полезная вещь. Да, я понимаю, что я сохранился, но мне нужно сейчас будет вернуться обратно там, где... Или нафиг надо? Ладно, погнали, попытаемся убить босса. Хотя нет. Я сейчас пойду все-таки сюда. Хорош. У меня как раз будет еще на одну прокачку. Я прокачаю себе стамину. Сундук. Древнее кольцо и зелье. Зелье маны. Зелье создано с помощью запретной алхимии. Если его выпить, мановина восстанавливает небольшое количество маны. Хорошо, снаряжение. Древнее кольцо. Позволяет кольцу на вид довольно старое, с разрезом посередине и местами... облежей позолотой. Если вы найдете, немного повышает шанс критического удара. На 20%. Ну, на самом деле, крит тоже очень довольно хорошая вещь. Так, скелетика этого нету, да? Значит, он полетел. Так, ну у нас, в принципе, на одну прокачку есть. На одну прокачку есть. Может, мне даже на две хватит. Я, кажется, помню, при первом прохождении у меня был какой-то молот. Сейчас у нас молота никакого нету. Поверьте, то есть сейчас я довольно быстро пробегаю, потом локации будут довольно жесткие. Это уже просто наигранные в эти всякие игры. С боссами и тому подобное. Проклятый паук.
пускай лучше он на это проходит, я буду нормально ходить. Я что-то забыл про свою активку. Вообще зал вылетело. Ядовитый пак, мы пуляем ядовитые эти стрелки. Окей. Инвентарь. Ядовитый пакт. Заклинай про... А, две, видите, используют. Заклинание проклятого паука выбрасывает струи яда в 5 направлениях. Если что, с врагов тоже можно забирать всякие вот эти хери. Скорее всего, со скелета я мог бы забрать... ключ из синего камня. Инвентарь. Ключ из синего камня. Двери синих камней, светящиеся странным светом. Ключ, который можно открыть эти двери. Рисунок на ключе начинает светиться, если поблизости есть синий камень. Синие камешки, синие камешки. Так, теперь вспоминаем, где у нас синие камни. Во-первых, здесь у нас синий камень. И здесь синий камень, да? Да, это верх грибов, это низ грибов. Мы сейчас поднимемся вверх, сюда пройдем, вниз, вниз, сюда сойдем, соберем все, что здесь. И поднимемся наверх. А мне, в принципе, больше некуда идти. По факту. А если через низ? То, в принципе, можно и через низ пробежать. Или лучше через верх. По верху там до хера подниматься, ладно. Ядовитые вот эти... херни, они тоже довольно плохи, поэтому с ними лучше просто так не сражаться. Ну, снова пакт прорыва. О, видите, теперь у меня сразу на две хватает. Поэтому это надо вкачивать. А, я тебя понял, приятель. Плюс еще одна прокачка. Найс. Бомба. Блин, будут у меня рывки, которые мне нужны будут. Я потом так эту локацию буду проходить. Просто как нифиг делать. Давайте я сразу сундук соберу.
Красная. Блин, постоянно на escape нажимаю. Потому что привык к Dark Souls снаряжение. Давайте сначала обычный предмет. Красный парфюм. Зелье, в котором заключена сила огня. Если его выпьете, это повышает устойчивость к огню на определенное время. Снаряжение. Широкий меч. Тяжелый, длинный и широкий меч. Его массивные лезвия позволяют укладывать один удар сразу несколько врагов. Давайте с ними походим. Выпилит он быстро. Неплохо. Очень неплохо. Но он медленный. А главное, заметьте, что здесь показан тупик. Там проход. А, нет, там есть проход, видно. Рывок в воздухе, вот. Отлично. Снаряжение, что мне там подогнали. Так, увеличивает урон добивания, относя к легким клинкам. Удачный заряженный удар повышает шанс вызвать у врага кровотечение. Увеличит максимальное количество заклинаний, усиливает защиту. Защита — это хорошо. Повышает шанс на вызвать врага кровотечение, шанс снизить защиту врага. Увеличит урон добивания. Увеличит восстановление лилового писания. Вот это хорошая тоже вещь. Ну блин, вот здесь все хорошее, на самом деле. Даже не знаю. Но я думаю, защиту потом можно вкачать. Давайте пока что это вкачаем. Так, осколок кармы и синий парфюм. Синий парфюм. Зелье, в котором заключена сила холода. Если вы выпьете, это повышает устойчивость к холоду на определенное время. Воспоминания о королеве. Я вспоминаю одну историю. Жила когда-то добрая королева, сникшее всеобщее уважение. Эта королева посвятила свою жизнь заботе о подданных. И даже в тот роковой день она покинула дворец, чтобы выполнить свой долг по отношению к ним. В этот день случилось несчастье. Королеву укусили красноглазый тарантул, и она слегла от неизвестного недуга. Ни лекарства, ни заклинания гибридов, какими бы силами они ни были, не могут обеспечить страдания, облегчить страдания королевы. И скорее всего, вот эта паучиха и есть королева. Да, видите, теперь могут два рывка делать в воздухе. Сейчас будем все давать в этот. Чик-чик-чик. Все. Так, наверх есть проход, хорошо. Начать разговор, попробуйте растолкать спящего. А? Кто здесь? И у нас два варианта, куда идти. Разрушенный канал. С той стороны у нас что? Подземелье. Старое копье. Ага, и лифт.
что-то... Блин, почему всегда escape? Инвентарь, снаряжение... На 7 меньше дамаги, слушайте. Копье с деревянным древком и коротким изогнутым наконечником. Легкое и простое в использовании оружие, не представляющее собой ничего особого. Но я, кажется, раньше использовал копье. Ну, сначала молот какой-то. Я помню, против паука дрался с молотом. Но копье тоже хорошая вещь. Ладно. Я хочу... заполнить магией. Видите, тут даже на 3 удара хватает. Ну что, давайте, я думаю, тогда мы с вами на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.